Если фильм был уже снят про ту или иную историю или про то или иное место, мне это уже не интересно. И я как раз посмотрел, что про Старую Сарепту не было ни одного фильма. Значит, эта история интересна. У всех ассоциация Волгограда, это все-таки война, дом Павлова, там, родина-мать, Сталинградская битва. Но здесь же есть масса других вещей, которые интересны должны быть не только жителям Волгограда, но и всей стране, и всему миру. Хотя бы вот на как раз балансе того, что мы представляем всегда Волгоград, это война. А давайте покажем, что здесь еще есть. Здесь же красивые есть купеческие дома в Дубовке. Там. Есть еще одна тема, которую я хочу раскрыть, пока не буду говорить. Но тоже интересно, связано именно с жителем Волгограда. Интересная личность, о которой еще тоже никто не говорил. Да? У нас идет рассказ от Александра Глича. Это человек, который написал, в действительности написал историю Старой Сарепты, и он, он рассказывает об этом месте, он пишет рукопись. У нас есть сцена с обрядом, с богослужением, то, как выбирали мужа и невесту, революционные кадры. Меняется хроника, хроникальные фотографии, какие-то картины с реконструкцией. И вот когда я прочитал достаточно подробное издание вот нашего музея о истории Гернгутеров, я, конечно, был потрясен. Вы готовились к ролику? Вы знаете, такое ощущение, что я к этой роли готовился несколько лет, просто не осознавая, что она будет. Это, знаете, это такая мечта. Мечта, чтобы здесь был, у нас, в Волгограде, был снят фильм про нашу историю. Не только про историю Сталинградской битвы, потому что мы ее достаточно подробно знаем и изучаем, а про историю тех народов, которые обогатили этот край